Открытое первенство города по художественной гимнастике «Русалочка» проходит в Сочи уже 22-й раз. В этом году соревнования собрали более 200 лучших спортсменок из нескольких регионов страны. Маргарита Позднякова приезжает на эти соревнования в Сочи уже третий раз и в этом году готовилась особенно тщательно. Соревнования, конечно, важны каждый. Вот, дается как бы старт. Вот, ну, каждое соревнование дает свой как бы опыт. Вот, и на каждых соревнованиях можно показать себя. Выступления гимнасток будут проходить по индивидуальной и групповой программам. Также в рамках турнира гимнасткам присвоят разряды. Первый – начинающим спортсменкам, а более опытным – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Ну, во-первых, эти соревнования очень полезны для всех гимнасток, которые, естественно, смотрят на более квалифицированных гимнасток, которые входят в сборную и России, и края. Конечно, обмен опытом. Вот, они учатся, как нужно выполнять там упражнения. И, конечно, идет стимул для них. Церемония закрытия соревнований и награждения победителей состоятся 26 июля. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.